После двух выездных побед футбольный клуб «Муром» возглавил турнирную таблицу во втором дивизионе «Зоны Запад». Более 2000 болельщиков, которые пришли на первый домашний матч на новом стадионе, надеялись и верили, что «Муромляне» продолжат беспроигрышную серию. Игра сильной команды из Иваново под руководством известного в прошлом игрока Вадима Евсеева получилась упорной. Первый тайм получился безголевым. Обе команды больше внимания уделяли обороне, не позволяя практически ничего создавать сопернику в атаке. Вязкая и равная игра продолжилась и после перерыва. В середине второго тайма гости использовали грубейшую ошибку защитников «Мурома» и открыли счет. Муромлянам ничего не оставалось, как идти вперед. Однако все старания наших игроков разбивались о слаженную игру гостей в защите. Одна из быстрых контратак текстильщика завершилась взятием ворот. Итоговый счет поединка 2-0 в пользу гостей. После трех туров «Муром» делит с ивановцами третью-четвертую строчку в турнирной таблице. То, что мы приехали на открытие, как сказали, стадион построили в короткие сроки, это как бы радость для города, и лучше играть на таких стадионах, маленькие, уютные, но они новые, всем играть на старых. То, что по игре, мы знали, то, что соперник доставит хлопот, он хороший. Во-первых, ту игру, мы которую играли товарищески, было уже видно по команде, что есть там качественные игроки, и игра сбалансирована. И результаты сами за себя показывали, то, что две игры выиграли довольно-таки у сложных соперников. Вот. Мы ехали сюда играть, не отбиваться, не там еще там что-то, играть в свою игру. Вот. Нам где-то удавалось, где-то не удавалось. До первого пропущенного мяча команда играла очень организованно в обороне. Мы создали, в принципе, три момента в атаке, что с такой командой, как текстильщик Иваново, очень неплохой показатель. А вот после того, как ошиблись индивидуально в обороне, пропустили первый мяч, долго приходили в себя, игра сломалась. Ну и, конечно, Иваново помогли замены, которые они сделали. Игроки уровня Щеницына, это игроки премьер-лиги, сидят на скамейке запасных. То есть вы понимаете, какой там состав, да. И две замены, два гола. То есть, ну, мы пока себе такого позволить не можем.